Маккейн! Шеф? На данный момент полиции из-за тебя пришлось возместить стоимость дорогущей тачки, автозака и фуры, доверху набитой электроникой. Я что-то упустил? Мега-изумруд? Ха! Что? Эта штука стоит сотни тысяч! Да ты нас обанкротишь! Зачем ты это сделал? Чтобы попасть в банду Винни Папаларда. Чан работал на него. Ты внедрился в банду Папаларда? Мы многие годы пытаемся повесить на него преступление. Так значит, Чан тебе больше не нужен. Ну ладно, у меня есть задание для тебя. Раздобудь фотографические доказательства преступной деятельности ключевых фигур из банды Чана. Тогда мы сможем арестовать их, и если повезет, один из них даст показания против Чана. Тогда мне нужно купить камеру. Ты и так обошелся нам в копеечку. Просто используй камеру коммуникатора. Если сам не разберешься, Филипп сможет тебе помочь. Привет, Элли. Шеф сказал, что ты можешь помочь мне разобраться с фотокамерой в моем коммуникаторе. Я и не знал, что у меня есть такая. Ха, странно. Дай-ка проверю твой девайс через удаленный доступ. А, вот в чем загвоздка. У тебя старая версия ПО. Я обновлю его. Вот и все. Я даже закачала парочку новых рингтонов. Получил? Да. Мне нужно раздобыть доказательства преступной деятельности ключевых фигур шайки Чана. Всего-то. Займи хорошую позицию для наблюдения и следуй инструкциям на экране. Даже дурак справится. Элли, у меня получились фотки только своей физиономии, а не подозреваемых. Дурак, но не Фрэнк. Я тут ни при чем. Делать снимки, стоит разведать, какие сегодня проворачиваются дела. Если я засяду напротив лапшичной, и мне повезет, я смогу подслушать их разговоры за обедом. Надо мне сегодня это доделать. Меня ждет повышение. Huh?
не подушка. Так, с меня хватит. Да, кажется, интуиция меня не подвела. Все, мы с Дженнис расстаемся. Что на этот раз стряслось? Она обвинила меня в том, что я ей не доверяю. Она прямо так и сказала? Нет, я прочел это в ее дневнике. Вы владелец магазина? Да. Я купил это на прошлой неделе, и вот, не работает. Батарейки пробовали вставлять? Да! Как раз этого делать не стоило! Это же грелка! Так, ребя, пора снова засучивать рукава! Надо заплатить всем нашим угонщикам! Значит так! Пин, ты встречаешься с Рэем на балконе аптеки! Ли, Бобби ждет тебя в закоулке рядом со свалкой Чана! А ты, Фен, забери у Блейка концепт-тачку и пригони ее к лимузинке. Если все поняли, то ни звука. Отлично! За дело! Пора самим начать угонами заниматься, а то так и разориться можно. Три преступления в трех разных местах. И как мне добыть фотодоказательство преступлений, слетать за ними? А если мне действительно немного приподняться над землей? Если я залезу на крышу пагоды в парке, то смогу наблюдать сразу за всеми сходками. Посмотрим, добрался ли Пин до аптеки. Вот и загружена первая фотография. Мило. На этом кадре он просто отвратителен. Теперь, Пин, мы докажем твою причастность к краже катера. Поехали дальше. Ли в закоулке. Пойман с поличным. Ли, твоя мама будет недовольна. Осталось сделать снимок Фена, получающего ключи от угнанной машины, и дело в шляпе. Вот невезуха. Фэна-то я вижу, но машину не рассмотреть. Нужен более крупный план.
Все будет хорошо. Вот это точно угнанная машина. Эй, ты! Прекрати! Маккейн! Шеф? Я тут просматривал фотографии, которые ты загрузил. Что тут скажешь? Фотографом на свадьбу тебя точно не позовут. Но они почти могут сойти за доказательства. Это могло бы даже сойти за комплимент. Так, я отдал приказ полицейским под прикрытием арестовать остальных членов банды, которых ты заснял. И если Чан тебе позвонит, ты ничего не знаешь. Он не должен ничего заподозрить до тех пор, пока один из его бандитов не даст показания против него. Понял, шеф. Водила! Я ничего не знаю! Расслабься, мои люди придурки со стажем. Но только не ты! Ты мой любимчик! Ой, это я переборщил. Вам помочь, сэр? Да, у меня есть для тебя работа. Гони к верфи в Крессент-парк. Живо! Как всегда, сама вежливость. Повылезали тут всякие. Здорово. Вау! Простите. Ай, моя шея. Ты уже на месте? Да. Этой работой должен был заняться Фэн, но он не выходит на связь. Как и Ли, как и Фу. И Пин. Может, они и кофе пьют? Хочешь сказать, что у меня плохой кофе? Нет! Что-то произошло, и вся моя банда — это ты и эта кучка болванов! Раз уж все мои проверенные бойцы куда-то запропастились, эту работу придется выполнить тебе. Что стряслось? Я сообщу подробности позже. Об этом никто не должен знать. Перегони мой катер
от верфи к острову Аполлон. Живо! Huh?
Элли, Чан дал мне очередное задание, и боюсь, на этот раз речь идет не просто о спортивной тачке. Я направляюсь на остров Аполлон. Чтобы они сквозь землю провалились. Что Рексу там нужно? Без понятия. Но я нутром чую, что это ключ к разгадке, Элли. До нее рукой подать. Если чего разузнаю, сразу сообщу. Водила, ты уже добрался до острова Аполлон? Да, сэр. Отлично! Я хочу, чтобы ты украл луноход. Чего? А ты что думал? Что я тебя замороженным на остров Аполлон посылаю? Было бы неплохо. Давай живо на космодром и угоняй луноход! Чтобы попасть туда, придется замаскироваться. Может, мне даже удастся раздобыть скафандр? Было бы круто! Еда была восхитительная. Надо в банк забежать.
меня ждет повышение. Обожаю это местечко. Интересно, доставили или нет? Thank you.